уважаемые преподаватели, студенты и гости нашего мероприятия. Мы рады приветствовать вас на студенческой весне юридического факультета. Давайте же поприветствуем наше почетное жюри фестиваля «Студенческая весна 2018». Заслуженный работник культуры Республики Мордовия, директор Дворца культуры и искусств имени Николая Платоновича Горелова Наталья Васильевна Титанова. Солист балета Государственного музыкального театра имени Яушева, лауреат премии главы Республики Мордовия, заслуженный артист Республики Мордовия, тренер по хореографии школы Олимпийского резерва по фигурному катанию, преподаватель Мордовской республиканской детской хореографической школы Сергей Александрович Кожан. Исполнитель, педагог, заслуженный деятель искусства Республики Мордовия, лауреат премии главы Республики Мордовия, член Союза композиторов России, директор мастерской студии театра эстрады Елена Викторовна Кузина. Преподаватель детской музыкальной школы номер 4, лауреат премии главы Республики Мордовия, номинации преподавателей дополнительного образования, вокальный руководитель студии «Сарграс» Ольга Сергеевна Каштанова. Заслуженный работник культуры Республики Мордовия, дважды лауреат государственной премии Республики Мордовия, главный режиссер Мордовской государственной филармонии Оксана Юрьевна Вишнякова. Приятного просмотра! Деятельности.
что, безусловно, требует как знания и опыта, так и творческого мастерства. Студенческая весна в этом году юбилейная. И это как праздник, так и продолжение образования. Юриспруденция – это тоже знание, опыт, наука, но еще и общение и работа с людьми. Это дружба и корпоративный дух. Это поиск индивидуальных решений конкретной правовой и жизненной ситуации. Желаю вам успехов, ни пуха, ни пера, и всем приятного познавательного просмотра. Сэр, а вы уверены, что вы справитесь? Дело-то непростое. Я самый крутой следователь. Я вообще-то выиграл конкурс «Самый лучший следователь Ордатовского района». Ага. Может, вы еще скажете, что вы нашли человека, который после удачной сессии свой зачет в Инстаграм не фотографирует? Нет, ну не настолько крутой. Давайте посмотрим, что тут есть. Так, два билета. Но это явное самоубийство. Это с чего это ты взял? Ну смотрите, билет на чемпионат мира в Саранске. Купил он их за 20 тысяч рублей на жеребьевке. А досталось ему Панама-Тунис. Ну чистое самоубийство. Так, давай, что у нас там по вещдокам? Так, бумажник с 5000 рублей. Угу, так и пишу, пустой бумажник, дальше. Так, ключи от Мерседеса. Ага, брелок от ключей от Мерседеса, дальше. И свежее яблоко. Отравлено цианидом. Так, закончили с вещдоками, позовите свидетеля. Так, что-то мне подсказывает, что эта девушка вчера была в клубе, где познакомилась с импозантным молодым человеком. Они поехали к нему, провели бурную ночь, а на утро она уехала довольная. Шеф, это вы применили дедукцию? Нет, просто это был я. Шеф, ну чем она нам может помочь? Вы посмотрите на нее. Я вообще-то владею дедукцией. Однажды мой парень пожелал мне спокойной ночи в 8 часов вечера. А в час ночи он был в сети. Мы, про которые он лайкал фотографии, тоже была в час ночи. Ну и что из этого следует? Вы поняли, что он вам изменяет? Ну да, но еще я видела его, как он целуется с другой девушкой. Шеф, это невозможно. Давайте отправим дело Интерполу. Ага, ты его еще широко клонсу отправь. Oh!
Итак, представьте, где-то между Лондоном и Рузаевкой. Бейкер Курас 221Б. Ватсон, совершенно не можете выбирать музыку для танцев. Вот, совершенно другое дело. Ватсон, а вы читали свежий выпуск «Голоса»? Конечно, Холмс. Там Алиса целиком взяла интервью рэпера Фейса. Так сказать, Фейс попал Фейс ту Фейс. Кстати, а на последней странице написано: в этом году ранняя Пасха. Это что, из-за чемпионата мира еще и Пасху перенесли, что ли? Ватсон, вы не против, я закурю трубку. Поменять угли, пожалуйста. Холмс, вам, как обычно, балканскую шишу с мятой. Да. Так, Ватсон, давненько у нас с вами не было интересных дел. Вот бы мне что-нибудь интересненькое попалось. Я до уж своего точно никогда не упущу. Миссис Ватсон, вы что на полу разлеглись? Вставайте, нас тут весну опаздываете. Шерлок, ну мне ко второй. И вы еще вместе с письмом неделю назад оставили? Отправь мне плюс директ, и я напишу пару фактов о тебе. Черт, Ватсон, даже здесь уже это. Подождите, здесь еще одно письмо. Мы отправили вам тело, ну а вы раскройте дело. Холмс, как вы думаете, кто это сделал? Это сделал тот, кто всегда во всем был лучше меня. Я ему с самого детства завидую. Это сын маминой подруги. Нет, Ватсон, это профессор Мариарти. Хорошо, Ватсон, у меня есть план. В первую очередь нам нужен фотограф. Но где же мы здесь возьмем фотографа? Фотографа? В Саранске? Холмс, вы серьезно? Хорошо, Ватсон, тогда мне потребуется, наверное, лупа. И пупа. Миссис Хадсон, откуда у вас деньги на все вот это? Да я вашу квартиру туристу на чемпионат мира за 200 тысяч рублей сдала! Миссис Хадсон, и что вы собираетесь делать со всеми этими деньгами? Мне врач отдых прописал. Поеду на море. Солнце, пляж, песок! Миссис Хадсон, у нас в Саранске на улице песка больше, чем на пляжах Туапсе. Шерлок, ну что, вы раскрыли убийство? Ну да, у нас даже версия есть. Но у нас же ничего нет. Ватсон, смотрите и учитесь. Хоть ты, Ватсон, хоть ты мент, следственный эксперимент. Итак, Лестрид, вы играете роль жертвы. Делайте все, что я скажу, для точности эксперимента. Итак, жертва шла к перекрестку улиц Букингем-стрит и Марины Росковой. Убийца медленно подошел к жертве сзади и... Дал еще! Холм, что вы творите? Лестрид?
все должно быть точно. Затем жертва дала Шерлоку Холмсу 150 фунтов. Достав, давай. Но у меня только 115. Хорошо, дала 115 фунтов Шерлоку Холмсу. Затем жертву проверили на пацана. Ладошку выстрел. Ой! А затем жертва устраивает пацану свидание с королевой Елизаветой II. Но она же старая. Но мне нравится. Ах ты, доктор Галкин. Холмс, ну это же полный бред. Здесь нет ни капли криминала. Хорошо. Тогда преступник подошел к жертве сзади и начал душить ее захватом Кимура. Что тут вообще происходит? Миссис Хадсон, это не то, о чем вы подумали. То есть вы не моделируете ситуацию, где убийца пытается задушить жертву захватом Кимура? Бесстыдники, что тут вообще происходит? Вообще-то мы проверяем следственную версию. Тогда у меня тоже есть версия. Жертва подходит к миссис Хадсон. Обнимает ее за талию, миссис Хадсон обнимает жертву рукой. И губы медленно приближаются друг к другу. Лестер, вы совершенно не подходите на роль жертвы. Теперь я жертва, а вы камень лежит. Жертва медленно подходит к миссис Хадсон. Ой! Дурацкий камень. Обнимает ее за талию, и тут тот уже... Ну, просто жертва, конечно, посимпатичнее была, но мне 62, выбирать не приходится. Холмс, ну это же полный бред. Почему в вашей версии жертва так и не умерла? Элементарно, Лестрейд. Дело в том, что она до сих пор жива. I want to break free. Как всегда, преступником оказался тот, про кого все уже давным-давно забыли. Жерар Депардье. Нет, Ватсон, это профессор Мориарти. Мориарти, вы пролежали тут неделю, но как вы ходили в туалет? Неважно. Шерлок Холмс, я здесь, чтобы покончить с тобой. Мы что, будем драться на берегу водопада? Мы в 2018 году. Музыкальный батл! И сегодня у нас в жюри известные композиторы. Людвиг ван Бетховен. Герман ван Вейн и Федук ван Лау. И начинает Мориарти. Папу сильно я любил, космонавтом папа был, но спустя 15 лет он в квартиру к нам прибыл. Он разделся до гола, во всю спину купола. А сейчас наступает Шерлок, что это за усики, Господи Иисусики, Холмс! Это не женщина, это мужик, гладил ей шею, нащупал катык. Нет медалей, веселей, зато выиграли хоккей! Продолжает Мориарти. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Я даже в зеркало взгляну, и снова 3 сентября. Какой-то дятел залепил очки леском календаря. А как говорят футболисты нашей сборной, какой не сегодняшний после такой жеребьевочки? Шерлок? А я просто сыграю на своей... Скрипке! Нет, скриптонитке! И кто бы мог подумать, побеждает Шерлок Холмс! А в конце своего выступления хотелось бы поздравить студенческую весну с юбилеем. И как говорит наш районный прокурор, 50 лет не срок, а жизненный урок. Спасибо.
Возникает проблема с крутящимися временем. Постоянно в них застреваете. Консьерж в Ситипарке. Больше неловких ситуаций с вами не приключится. Скоро вот-вот твоя остановка, а ты стесняешься об этом сказать? На следующей остановите, пожалуйста. Персональный выкрикиватель остановок. Больше тебе нечем делать. Перебегай дорогу только в правильном месте. Молодой человек, возьмите прекрасный напиток, но и пряный, думаю, да и всего 37 рублей. В Савелье в красно-белом поможет выбрать лучшее в сети. Поможет избежать ДТП с тележками во время праздника. Не знаешь, на какой ряд тебе купить билет? Дружище, возьми билет на первый, потом пересядь в середину, он ведь дешевле. Киногид поможет организовать ваш поход в кино. Сейчас слишком много фотографов, но кто будет фотографировать самих фотографов? Фотограф, фотограф, фотографам тоже нужно портфолио. Теперь на крыльце у шатра. Делитесь только фотографом. На моей прошлой работе не было никакого карьерного роста, поэтому я решил устроиться на новую работу. Фотограф для фотографа фотографа. Работа найдется каждому. Самолет.
Джастин, не молчите. Сотрудник Скотланд-Ярда родится. Роза любит воду, пацаны свободу. Розы гибнут на газонах, пацаны на зонах. Что это с ним? Да, наверное, миссис Хадсон опять ему свой суповполянский чай заварила. Мариарти, а что вы вообще тут делаете? Да я сюда вообще-то заработать приехал. О, я знаю, тут есть неподалеку одно местечко, где заработать можно. 600 километров находится, Москва называется. Да, Ватсон, а у нас с вами работки-то еще целая куча. А на свете осталось еще очень много неизведанных тайн. Существует ли жизнь на Марсе? Есть ли снежный человек? И что случается с самолетами над Бермудским треугольником? Но всех без исключения интересует лишь один единственный вопрос. Если в Саранске есть ТЭЦ-2, то где же находится ТЭЦ-1? А с вами была команда КВН. Ватсон, что вы делаете? Холмс, я подумал, что в каждом детективе должен быть как минимум один неожиданный поворот. Или даже два. Команда КВН право налево. Спасибо. Yeah.
Лисичка Весна. Ватсон, можете сказать что-нибудь красивое, пожалуйста? Конечно, Холмс. 50 прекраснейшая дата. Твои уж дети подросли. Успей пожить собок, не зная, пока внучата не пошли. Ватсон, а вообще-то это студенческая весна, а не юбилей, миссис Хадсон. Дайте открытку сюда. Готовы стоять мы на сцене, пока в душе живет весна. Сколько б не дали нам время, хоть час, хоть полтора часа. Не важно, что скажут нам судьи, не важно, есть ли места. Благодарны вечно мы будем тебе, что ты есть. Тут весна!